Всем привет, это Кай. Сегодня я получил буквально только что новую посылку из Китая с Аликом. Да, собственно, заказывал я ее в конце февраля где-то с премией. И вот сейчас, 11 марта, получается, она пришла. Давайте сейчас быстренько ее вскроем. Там один предмет ровно. И я думаю, вы увидите, что там лежит, поймете, что я заказывал. Так. Осторожно, камеру не ронять. Ну, давай. В принципе, по размеру уже можно догадаться, что там. О, упаковали ее, кстати, довольно неплохо. Так, это мы выкидываем в сторону. Какая интересная пупырка. Никогда такой не видел. А, можно вот так прямо вытащить. Так, она скотчем заделана. Сейчас, секунду. Возьмем ножницы и порежем этот скотч. И вытаскиваем. Я думаю, уже видно, что это. Так, вытаскиваем мы. Ну, камон, еще с этой стороны скотч. Ладно, сейчас. Так, давай. Опа. В принципе, уже понятно, что это. Хорошо упаковали, коробка дошла прямо в хорошем состоянии. Это у нас Rising Freedom, собственно, из нового мувика по седам. Freedom, собственно. Так, да, коробка, в принципе-то, оригинальная, кстати говоря. Это не какой-то бутлег, это именно оригинал. Seed Action System. В общем, одна из самых новых моделек, в принципе, которая на данный момент существует. Да, тут со всеми прямо QR-кодами, номерами и прочим. Пришло время орать. Freedom! Ну-ка, если ее открыть. Что тут у нас? Да, литнички, наклеечки, инструкция. А, единственное, что есть, вот, бумажка на китайском от продавца. Это, я так понимаю, инструкция на китайском. Чё, как собирать и чё, что означает. Окей. Окей, мне, в принципе, это не надо. Так, и инструкция от Freedom. Тут, кстати, есть и английский. Отлично. Да, это полностью оригинальный бандаевский продукт. То есть я его, получается, взял не у это не бутлег, а просто от перекупа, через перекупа с Алика. Ну вот, собственно, такая распаковочка. Единственное, да, конечно, вот тут коробочка пор немножко помята, но это не страшно. В принципе, отлично, я доволен. И всем тогда на этом пока.